В Удмуртии состоялась республиканская хирургическая конференция, посвященная памяти выдающегося православного хирурга и святителя Луки Воина-Ясенецкого. Форум прошел в рамках рождественских образовательных чтений при поддержке Сарапульской епархии, администрации города и Ижевской государственной медицинской академии. Подробности в сюжете по материалам наших коллег из Сарапула. «Яко же чадо Отца, молим Тебя всеусердно, услыши нас грешных, и принеси молитву нашу к милостивому человеколюбному Богу». В храме святителя и чудотворца Николая в Сарапуле собрались ведущие специалисты в области хирургии медицинских учреждений Удмуртии и Татарстана. В Доме Божьем был совершен молебен святителю Луке, небесному покровителю врачей. «Под крышей церкви мы проводим сегодня данное мероприятие. Вот, под покровом святителя Николая, в честь освященного этот святой храм. И под покровом, конечно, святителя Луки, врача, профессора, святого, Воина-Ясенецкого. Любое дело с молитвы начинаем». А затем епископ Сарапульский и Можгинский Павел вручил архиерейскую грамоту врачу-хирургу, профессору, доктору медицинских наук, заведующему кафедрой госпитальной хирургии Ижевской государственной медакадемии Борису Капустину. Благодаря его усилиям в Сарапуле активно развивается хирургическая служба, укрепляется кадровый потенциал, ведется большая профориентационная деятельность. На конференции владыка Павел обратился к участникам встречи с приветственным словом, напомнив о духовном подвиге святителя Луки и о тех чудесах, которые совершаются по молитвам к этому святому. «Тысячи людей к нему обращаются, получают тысячи исцелений. Написано огромное количество книг, когда он помогал людям, исцелялся, уже будучи святым, будучи там дома у Господа, тысячам людей он вернул зрение, вернул здоровье». На самой конференции перед участниками выступили актеры Сарапульского драматического театра, представившие пролог, посвященный жизни святителя Луки. «Мне помогала вера. Я знал, врачи – это руки Бога на земле». Также собравшихся от имени главы города Виктора Шестакова поприветствовал начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Сарапула Игорь Манылов. А затем об актуальности научного труда врача и святителя Луки Воина-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» рассказал руководитель отдела по вопросам семьи, материнства и детства Сарапульской епархии, заслуженный врач Удмуртской республики, заведующий поликлиникой номер 3 города Сарапула Михаил Галанов. Он подчеркнул, что принцип единства веры и знаний святителя является ориентиром для христианства. Медиков, а передовая хирургическая практика выдержала проверку временем, заслужив признание российских и зарубежных коллег. «Работав почти 40 лет в системе, я прекрасно понимаю уникальность этого труда. Коллеги, то есть это до антибактериальная эпоха лечения гнойных ран. На секундочку, да? То есть вся эта методика лечения на мощном знании анатомии, да? Апертура, контрапертура, дренажи и, самое главное, любовь, с которой все это делалось». В докладах и дискуссиях участники обсудили роль святителя Луки в становлении отечественной медицины и церкви, рассмотрели передовые диагностические и лечебные подходы в хирургии, результаты новейших исследований и наметили пути взаимодействия в сохранении духовно-нравственных ценностей.